Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале о недвижимости Батуми. Мы сегодня разбираем новый проект. Пресейл – это всегда, да, какая-то недосказанность, всегда что-то интересненькое, всегда не хватает каких-то данных. Например, там может не быть рендеров, может не быть презентации, может не быть разрешения на строительство и так далее. Все как мы любим. Но когда застройщик устраивает пресейл, он дает какие-то уникальные условия, если это действительно пресейл. То есть нужно понимать, что есть просто старты продаж, да, когда вот продажи открылись, все, вперед, покупаем. А есть действительно пресейлы, когда, например, разрешение на строительство проходит там определенные этапы на выдаче, и когда оно уже точно выйдет, но еще не вышло. Застройщики открывают какие-то закрытые, открытые, неважно, пресейлы, и можно купить квартиры на более интересных условиях, точнее их забронировать за какую-то часть цены. Вот как раз об одном из таких проектов мы сегодня и поговорим. Посмотрим планировки, рендеры, расположение, цены, все как мы любим, и, в общем-то, сделаем свои выводы, стоит его рассматривать или не стоит. Как всегда, сделаю ремарку о том, что можете подписываться на мой телеграм-канал, потому что до выхода роликов здесь на ютубе там информация появляется намного быстрее. В частности, по этому комплексу была уже информация, и мы уже успели даже забронировать квартиры. Если хотите именно купить квартиру, то рекомендую подписаться, там инфа выходит намного быстрее. А вам приятного просмотра, поехали! У нас видео будет достаточно короткое, потому что это жилой дом. Здесь, честно говоря, нечего особо сильно рассказывать, но это не значит, что это плохо. Вот так выглядит он ночью, с такой иллюминацией, симпатичная новостройка, 25 этажей. Первые этажи у нас будет коммерция, первый, второй этаж. На втором этаже продается по 1000 за квадрат, если не ошибаюсь. Первый этаж не продается пока что. Также планируется паркинг наземный, подземный. И на третьем этаже будет рекреационная зона с бассейном, фитнесом и спа. В общем-то, вот по инфраструктуре достаточно коротко, но что нужно для жилого дома, правильно? Потому что это же у нас не какой-нибудь там супер отель на берегу моря. Что классно, ну, про расположение мы поговорим, это одна из его главных фишек, потому что многие люди хотят квартиры в старом городе, либо где-то рядом со старым городом, а новостроек там не так уж много, чтобы еще и цены были адекватные. Вот так выглядит дом в светлое время суток, здесь чуть попроще рендеры с огнями, они посимпатичнее выглядели. Ну, в общем, все атрибуты как бы современного дома, современной новостройки здесь по сути есть. Панорамное остекление есть, вентилируемый фасад есть, выглядит, ну, нормально, просто, ну, рендер такой вот здесь. Он, кстати, на каллиграфию очень похож за счет вот этого орнамента, я думаю, вдохновлялись где-то там. Итак, про расположение. Это у нас Батуми, как вы уже все знаете. Давайте снова поставим вот такую карту, чтобы было понятней. И будем сейчас вместе с вами искать, потому что я не сильный знаток вот этих всех улиц и переулков. Кстати, я специально не назвал название, ну, вы поняли, в начале видео, потому что названия у проекта пока что нет. Если ничего не придумать, то останется, в общем, название по адресу. И нам нужна улица Тавдадебули, если я ничего не путаю, да, значит, я ее правильно запомнил. В общем, у нас вот здесь находится кафедральный собор, здесь у нас канатная дорога Арго, и вот одна из крупных улиц, которая проходит через весь фактически город. И, в общем-то, у нас вот напротив эта улица, здесь Зумер, кстати, магазин техники хороший. Возле кафедрального собора сквер такой приятный, зелененький, небольшой, но тем не менее. И вот здесь у нас на этой улице будет находиться как раз таки дом. Вот здесь у нас сейчас стоит дом, я вам покажу фото оттуда, я видео не снимал, но сфоткал. Вот жилой дом стоит, он заселен уже, ну, старенький такой. И вот на этом участке появится как раз таки наш дом. Вот эти дома все снесутся и появится новый комплекс. Вот так эта улица выглядит в одну из сторон. Вот так она выглядит, в общем-то, в сторону кафедрального собора. Очень красивое здание. И вот так выглядит сейчас сам участок. То есть вот этот дом и за ним постройки будут сноситься. Здесь вплотную стоит дом, но мы посмотрим планировки и, в общем-то, покажу, почему это не совсем уж и плохо. Потому что с планировками очень грамотно сделали. И вот здесь стоит недостроенное 9, по-моему, этажное здание. По нему будет решаться, что с ним будет дальше. Застройщик его хочет вроде как и выкупить, а может его и достроят, может там паркинг будет, может еще что-то будет. Ну, в общем, судьба его пока не решена, но пока вот так оно выглядит и стоит.
Вот чуть шире угол. Здесь напротив строится новая школа, то есть она будет максимум там 3-4 этажа, поэтому особо заморачиваться с видом, ну, я имею в виду, переживать из-за вида не стоит. Ну и вот еще раз здание, которое слева стоит, жилой дом. Здесь у него нет окон, и у нашего сегодняшнего дома там тоже окна прям в дом не выходят, поэтому соседство вот такое, что оно впритык будет, оно не критично. Но это мы посмотрим на планировках. Пока не перешли к планировкам, еще раз покажу, чтобы было проще понимать по сторонам света. Вот так будет располагаться дом, то есть вот как раз вот этот построенный дом, и здесь две квартиры, они вот вплотную будут к нему выходить. Вот эта часть квартир, она смотрит на этот соседний дом. Вот эти квартиры, которые выходят либо в эту сторону, либо во двор, они уже смотрят в сторону кафедрального собора, в сторону порта. То есть вот эта часть, она как будто бы самая прикольная, но мы сейчас рассмотрим планировки и посмотрим, почему и эти квартиры, они и вот это тоже, они самые классные. Я честно сказал, что вот эти не очень удачные по виду, но это если брать низкие этажи. Но на низких этажах и цена интересная. Ну, давайте обо всем по порядку. По поводу застройщиков, буквально коротко. Я не раз уже рассказывал, многим клиентам говорю о том, что здесь так устроено, не только, кстати, здесь, в Сочи тоже с этим сталкивались регулярно, что под новые проекты застройщики создают отдельные юрлица. И, соответственно, застройщик, как физлицо, например, там, определенный человек, он может иметь отношение ко многим комплексам жилым построенным, но это не значит, что это будут все дома одного юрлица. Как раз таки наоборот. И здесь как раз вот такой случай. То есть сами застройщики, партнеры, они в разных партнерствах и коллаборациях строили очень много объектов, в том числе имели отношение и к Black Sea Towers, о котором был недавно ролик на канал, в котором я себе купил квартиру. И так или иначе к Лимон Гардену тоже относятся. И таунхаусы строят. И из новых проектов реализуемых это Modern Residence, который буквально через одну улицу находится. Но они на этапе строительства находятся. Поэтому лично у меня особо вопросов к застройщику нет. Их давно все знают. И те, кто работает на рынке недвижимости и агентства, они в принципе абсолютно все отзываются положительно. Так, а мы смотрим планировки. Во-первых, посмотрим на вот эту табличку, потому что я когда скидываю материалы, люди смотрят на площадь вот на эту и забывают про балкон, потому что эта площадь указана не общая. Вот в этой таблице указана общая площадь квартир, то есть это жилая, это балконы и это общая. Первое, на что хочу обратить внимание, это количество квартир на этаже. Это классно, что немного квартир на этаже, их всего 11, это действительно немного. Несмотря на то, что 25 этажей, но сами понимаете, когда квартир там 20-25, это немножко другая уже нагрузка и на лифтовые зоны, Ну, в общем, вы поняли. И второе, на что хочу обратить внимание, то, что здесь нет студий от слова совсем. То есть минимальная планировка у нас, площадь точнее, вот 47,3, и это однокомнатная квартира. Дальше идет 48, 50 и так далее, вплоть там до уже почти 80 метров. Это здорово. Это о чем нам говорит? О том, что дом, его как бы целевое назначение, это покупка вот для жизни, по сути. Ну, либо там для сдачи в долгосрок. То есть расчет на то, что и расположение, и его внешний даже вид, по сути. То есть тут ничего не будет грандиозного, но все, что нужно для комфортного проживания в современной новостройке, здесь есть. И панорамное остекление, балконы. И балконы относительно небольшие, относительно других проектов в Грузии. Хотя бывают, конечно, и меньше. Они, я бы сказал, стандартные. Но, тем не менее, посмотрим, что по планировкам. Смотрите, вот эта сторона, она прилегает вплотную к дому, о котором я говорил. То есть дом у нас стоит вот здесь слева. И вот эти квартиры, две, их всего две, под номером 1 и под номером 11, если не ошибаюсь, да, у них здесь нет окон. Потому что у них так запланировано, что окна выходят в другую сторону. То есть не на дом, а наверх, сюда. То есть здесь у вас дом стоит, а окон нет. Это хорошо, но плохо тем, что спальня, допустим, без окна вообще получается. И здесь то же самое. То есть у нас, по сути, квартира как бы однокомнатная, но ты заходишь сюда, у тебя здесь санузел, здесь вот такая, во-первых, Г-образ... Ну, планировки можно менять, потому что квартиры в черном каркасе продаются, и можно тут по-своему поделать. Но так или иначе, здесь всего лишь одно окно на 48 метров почти. Это не очень хорошо, но на самом деле, скажу вам из практики, в Black Sea даже покупали ребята квартиры, и многие в 50 метрах делали спальню вот такую темную, без окна. Поэтому
Не исключаю, что найдутся покупатели. Здесь, кстати, то же самое. Вот двухкомнатная квартира с двумя спальнями и одна спальня. Точнее, нет, вот посмотрите, окно будет вот здесь. В принципе, нормально тогда, ладно. Ну, то есть, нужно это учитывать, этот момент, но это вообще не критично. Разные планировки, но все более или менее нормальные. Вот 40-метровая, 50-метровая квартира, почти 50, тоже кухня с гостиной, спальня, санузел, ну, честно говоря, нормальные планировки, ничего такого нет. Здесь, конечно, нужно места хранения предусмотреть, как-то это все подвигать по-другому, но это уже тема для отдельного ролика. Кстати, пишите, если интересно, выпуски по поводу планировок, скоро планирую кое-что сделать. И третий момент, прежде чем мы перейдем к ценам, который я бы хотел отметить, это количество лифтов на 11 квартир на этаже. Да, 25 этажей, но извините, у Black Sea, например, 40 этажей. И там около больше 20 квартир на этаже. Здесь у нас 11 на этаже, 25 этажей и 3 лифта. То есть здесь у нас 2 лифта и вот здесь еще один. Это прям очень солидно на самом деле. Не часто такое встретишь, чтобы на такой небольшой на самом деле дом по местным небоскребовским меркам было 3 лифта. Классно. По поводу коммуникации. Все по стандарту для жилого современного дома. Здесь будут газовые котлы индивидуальные. Понятно, что это будет отдельная доплата. Вы сами уже точнее покупаете. Обслуживание будет фиксировано 80 лари с квартиры. Это вообще недорого. Это в районе 30 долларов. Учитывая, что квартиры минимум 50-метровые, мне кажется, это абсолютно нормальная цена. У тебя фиксы, ты как бы все, не особо не паришься. Соответственно, свет, вода, газ, все это по обычным тарифам. Никаких там коммерческих апартаментов и так далее. Обычный жилой дом. Купили, захотели, перепродали. Через полгода, через год оставили себе, никаких ограничений нет, уступки делаются, договор подписывается, но об условиях покупки я расскажу чуть-чуть позже, а пока перейдем к ценам. Итак, цены. Давайте быстренько. Я вам сейчас покажу вот такую табличку. Можете поставить на паузу, но я чуть позже еще покажу прям таблицу с ценами на квартиры. Так будет проще ориентироваться. Но что мы можем видеть здесь? Во-первых, вот цена за офисы на втором этаже, как я говорил, без отделки 1000-1100 в белом каркасе. И 1700 под ключ. Да, здесь три опции. Можно докупить белый каркас плюс 100 долларов к цене квадратного метра. И также можно под ключ докупить. Вот цены по этажам. Каждый этаж плюс 50 долларов поднимается цена. С десятых этажей примерно и выше уже вот часть, которая выходит во двор, там будет видно и море, и порт, и вид уже будет прям клевый. Если, конечно, ближе к 20-м смотреть, там будет очень хорошо, потому что там и марина, и горы, и море, и порт, вид действительно будет прям классный. Но и цены уже, извините, учитывая, что дом еще не начал даже строиться и начнет строиться аж в январе, но об этом я сейчас расскажу, то ценник не низкий, но опять близость к старому городу, классная локация, все рядом, магазины, банки, рестораны, все что хотите. Поэтому уж извините, вот такие цены. А вот здесь у нас указано, что у нас идет скидка. И если обратить внимание, скидка прям вообще какая-то сумасшедшая, 20%. Почему так? Объясняю, сейчас идет пресейл. Чтобы купить квартиру, забронировать, делается договор брони сейчас, на данный момент. И по этому договору брони вы оплачиваете 10% от цены квартиры. Но есть возможность оплатить 30% цены квартиры сразу же. То есть не дожидаясь официального старта продаж полноценного и не дожидаясь, он будет 15 января, и не дожидаясь того момента, когда будут подписываться уже предварительные договоры купли-продажи. Если вы захотите оплатить по договору бронирования сразу 30%, то, в общем-то, вот получите вот такой дисконт, который был указан в табличке, от 8 до 20% в зависимости от выбранного этажа. Причем, отмечу еще интересный момент, так как можно выбрать и месячные квартальные платежи, если вы сейчас покупаете, подписываете договор, оплачиваете 30%, вы получаете скидку. В январе вам уже не нужно доплачивать ничего, потому что вы сразу оплатили 30%. И если вы поставите квартальные платежи, то у вас следующая оплата будет аж в марте. То есть, покупая сейчас, у вас есть возможность потом в следующий раз платить аж в марте. Вырастут ли к тому моменту цены?
скорее всего, вырастут, потому что застройщик обещает подъем цены на $200 15 января. Ну и про завершение строительства. 3 года на эту всю историю понадобится. Застройщик обещает, то есть начало строительства будет в январе 2024 года, а завершение в январе 2027. Ну что, напоследок, самое интересное, как обычно, это цены. Шахматки у застройщика еще даже не было. Вот это то, что вы видите перед глазами, это сделал я для удобства своего. Поэтому, в общем-то, у меня всегда актуальные цены, если что, обращайтесь. Что мы тут видим? Желтые это брони, красные проданы. Сейчас, когда я снимаю ролик, с момента старта, когда можно было начинать бронирование, прошло 2 дня. То есть сегодня заканчивается 2-й день, и причем, точнее, 3-й сегодня идет день, но сегодня уже выходной, поэтому имейте это в виду. Вот такие темпы бронирования, нижние этажи, потому что они по цене 750, конечно, это очень интересная цена, привлекательная, несмотря на площади квартир. Брони очень активно ведутся, и уже даже вот некоторые оплатили. Если вы планируете недорогую покупку, то вот можно смотреть на цену в черном каркасе, без отделки вообще. Видим, что некоторые планировки их уже выкупают сразу же. И, например, вот 9-10 квартиры, они уже проданы до 11 этажа, на бронях стоят. И как раз-таки эта квартира та, которая близко к соседнему дому. Ну, то есть, если мы возьмем невысокий этаж, например, вам нужна квартира для жизни, вот, пожалуйста, 50 метров за меньше, чем за 38 тысяч без ремонта. Это очень классная цена. Сейчас, мне кажется, в приличном доме нигде не найдешь до 40 тысяч квартиру однокомнатную с отдельной спальней. Если там чуть-чуть добавить в районе 5000, то можно вот уже и 7-й этаж, и 6-й, и 8-й посмотреть. Поэтому классно, что такие цены получилось сохранить. И, в общем-то, интересно будет наблюдать, как будет строиться дом. Ну что, пишите ваши комментарии, как вам проект. Мне нравится, что могу от себя добавить. Очень популярное месторасположение. Здорово, что четко определена направленность дома, без всяких заигрываний опять с апартаментами, без куч студий бесконечных, только однушки, только старый город, только хардкор. И еще 3 лифта на 11 квартир на этаже. Здорово, здорово. Рядом все есть, магазины, банки, рестораны, кафешки, порт, вышел прогуляться, и до пляжа недалеко. И там такой достаточно широкий для Батуми проспект проходит, поэтому удобно, в принципе, добираться с разных сторон, если пробок нет. Так что очень даже классное предложение, учитывая условия. Напомню, что если вы не можете или не хотите сейчас оплачивать 30%, можно внести 10%, а оставшиеся 20% уже когда выйдет полностью разрешение на строительство, когда начнутся подписания предварительных договоров купли-продажи, тогда можно доплатить уже остаток. Но если платите сейчас 30%, получаете дополнительный дисконт. У меня на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До встречи на новых видео. Пока.